Рейд сотрудников Госавтотехнадзора по уборке снега в Развилковское сельское поселение был приурочен к смене управляющей компании. В начале года были проведены торги, и конкурс выиграла компания «Грин Регион», которой досталось тяжелое наследство после новогодних праздников. Перепады температур способствовали образованию ледяных глыб. Особенно пострадала территория возле школы. Потребовалось много времени, чтобы расчистить дорогу. В первую очередь, конечно, сделали основной акцент на уборку всех социальных объектов. Это и школы, и детская школа искусств, амбулатория. Сейчас уже более-менее за эти первые недели компания уже почти весь поселок нам привела в надлежащее состояние. Помимо прочего, естественно, придомовые территории у нас убирает управляющая компания, чистит пешеходные дорожки. Ну и так как по нашей территории проходит дорога областного значения, то, безусловно, еще обслуживанием занимается областная структура. Ведется активная работа по уборке снега и наледи на детских площадках. За неубранный снег инспекторы могут оштрафовать не только городские службы, но и владельцев магазинов, организаций, предприятий. Есть и проблемные объекты. Кровля амбулатории поселка Развилка находится не в надлежащем состоянии. Огромное количество ледяных образований, а проще говоря, сосулек, которые в случае падения с крыш могут нанести вред здоровью и ущерб имуществу граждан. За данные правонарушения организация будет привлечена к административной ответственности, и добьемся того, чтобы ледяные образования в кратчайшие сроки были убраны, и впредь организация не допускала подобных правонарушений. Погодные условия этой зимой довольно сложные, поэтому требуется умелая организация снегоуборочных работ. В целом, сотрудники Госавтотехнадзора положительно оценили качество выполняемых работ по уборке территории в поселении. Наталья Буслаева, Константин Брылов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.